Новая карета скорой помощи появилась в Вилюйской ЦРБ. Машина оснащена аппаратом для искусственной вентиляции легких, электрокардиографом, компрессорным ингалятором, тележкой-каталкой, носилками и портативным экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови. Это уже вторая новая машина в скорой помощи в Вилюйской больнице за прошедший год. Эти машины будут обслуживать у нас не только население города Вилюйска и Вилюйского района, но и будут обслуживать федеральную трассу, которая проходит по нашему району. Протяженность данной трассы 570 километров. У нас вот ежегодно происходит вот происшествие на трассах, и вот эта машина скорой медицинской помощи как раз они, получается, способствуют к быстрому и качественному оказанию медицинской помощи.